Для меня принципиально важно, чтобы студенты, учащиеся учебных заведений Камчатского края, были погружены в то, что делается у нас на Камчатке, и мы могли поделиться теми знаниями, которые есть в команде правительства Камчатского края и среди руководителей, которые на практике решают задачу, касающуюся государственного управления на Камчатке. Я глубоко убежден, что ценность современного образования, его качество во многом определяется практической ориентированностью. Мы, лекторы и преподаватели этого курса, сталкиваясь каждый день с практическими задачами государственного управления, вам будем рассказывать о том, как на практике выглядит управление Камчатским краем сегодня. А у вас будет возможность задавать любые вопросы, а также предложения, которые мы вместе с вами можем потом учитывать в уже практических решениях. То есть у вас такая возможность будет, она есть, я вас активно призываю ей пользоваться. Мне хочется, чтобы это не был в полной мере такой, чтобы это был факультатив, но все-таки с некоторыми обязательствами встречными. И те, кто посетят две трети лекции и напишут эссе, которое будет оценено мною положительно, то есть на оценку не ниже удовлетворительной, получат зачет по курсу, ну и от меня получат диплом о том, что вы этот курс прослушали. То есть такую некоторую, она менее, может быть, формализованную, но символическую, от меня как бы удостоверение о том, что вы курс, который я вел по государственному управлению на региональном уровне, успешно завершили. Ну и я хочу сказать, что мы дополнительную систему мотивации тоже применим. Мы все равно рейтингование некоторые сделаем. И не менее 5 лучших студентов мы пригласим в правительство Камчатского края на стажировку, по итогам которой, если вы проявите себя, будут предложены там трудоустройство или другие форматы вашей интеграции в работу наших органов государственной власти и местного самоуправления.